Истина, на самом деле. Ну просто чисто не там, где убираются, а там, где не гадят. Лапушка, мне кажется, и ты ее подарила, либо это папа покупал. Как ее тут? Куда ее крутить? А! Будем считать, что канал возрождается. Аж в глазах зарябило. Покажи этот мусор. Прости, правда. Я вообще за много раз использовал не хлопушек. Я не думала, я думала, она из бумаги. Ну ладно. Это все улетело. Там кости, пойдем к костям. Ну, можно на велике, можно пешочку. Ладно, давай кусочек. Давай съедем. За Орду. Пара-пара. Лося съели, да, же лося. Я не знаю, чьи. Но у нас был лось. Это просто кость? Это просто кость? Это кость. Это... Носатый. Да. Вау! Ой. У тебя есть подруга биолог? Отправь это друзьям биолога. Угу. Но не мне пахнет. Мне всегда было интересно, как эти штуки стакаются. Да. Если мыслить логически. Если мыслить логически. Ой, я должен рассмотреть теперь. Не факт, что его убили. Он мог умереть от старости. Тут молодые лоси были, и он маленький. Что-то здесь не пишется. Потому что здесь половина костей, даже меньше. Какая-то маленькая штучка полая. Девятнадцатого сентября. Ты была права. 15 сентября этого точно не было. Может и было, мы были недалеко. Были стоги сена, да? Сейчас стогов сена нет, тут стога убила. Значит, здесь регулярно ездят машины типа тракторов, да? Нерегулярно, дядя Миша все время отдыхает. Все как было. В принципе, если это был гигантский комбайнер... Тут нет гигантского комбайнера.